Здравствуйте! Сейчас вы узнаете все о самых свежих новинках кинотеатра «Кинофреш», а также немного полезной информации, которая, думаю, вам пригодится. Все самое интересное впереди. Не переключайтесь! Мамы всякие нужны, мамы всякие важны, хотя вряд ли этот детский стишок подойдет к фильму «Мама». Маленьких девочек находят в заброшенной хижине, где они таинственным образом прожили целых 5 лет. Сироток забирает молодая супружеская пара, но, оказывается, у девочек уже есть мама, вот только приходит она из тьмы. Мама, прекрати! Мама, ты обещала! Кто такая мама, Виктория? Кинотеатр «Кинофреш» приглашает гостей на праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Только 8 марта в 19:00 для прекрасной половины человечества игры, конкурсы, подарки, музыкальные коллективы и презентация фильма «О чем молчат девушки». Обязательно возьмите с собой вторую половинку. В этот вечер ни одна женщина не должна быть одна. Кто у нас самая красивая девушка на свете? Что со свидетельницей? Купить можно? Она в программе защиты. Значит, суд не должен состояться вообще, потому что девчонка исчезнет немедленно. Режиссер и актер Тиль Швайгер представляет фильм «Ангел-хранитель». Молодая девушка Нина становится свидетелем убийства, совершенного богатым предпринимателем. Я вытащу тебя. Теперь она большая проблема для бизнесмена, которую нужно убрать. Но у девушки, которой негде укрыться и некуда бежать, появляется спаситель, бывший солдат Макс. Отныне он ее ангел-хранитель. Ангел-хранитель. Впереди выходные, ну а чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Рецепт прост. Идите в кино, ведь дома вы такого не увидите.